Здравствуйте всем! Мы находимся на заводе в Китае, где производят электромоторы. Электродвигателей в этом помещении великое множество. Сзади меня располагается только лишь малая их часть. И то, это не совсем двигатели, это статоры. Поэтому давайте пойдем и посмотрим, что здесь есть еще. Вот, обратите внимание, сколько составных частей. Вот, оператор, покажите, пожалуйста. Готовые двигатели, корпуса. По другую сторону тоже очень много всего. Это только один из цехов, а на самом деле здесь действительно очень много всего интересного. И если вы обратите внимание, то здесь уже находятся уже почти готовые к установке в корпус статоры с выполненной обмоткой. Поэтому, знаете, в Китае все происходит быстро, динамично и очень-очень интересно. Никуда не отключайтесь. А сейчас, уважаемые дамы и господа, вы увидите исторический момент. Вы увидите один из тех первых автомобилей, на котором проходили тесты. Не просто тесты, а первые тесты двигателей. Она стоит здесь, она немножечко устала, но ее по-прежнему любят и берегут для лучших времен. Ну а в завершении стоит отметить, что данное видео снято в перерыве между тест-драйвами мотоцикла K-Cross, построенными на базе двигателя с совмещенными обмотками Славянка DA100S от Виктора Арестова. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и не пропустите подробный видеоотчет о тест-драйвах мотоцикла K-Cross. До новых встреч!